Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Инфекция 3. Апокалипсис». Давайте-ка мы определимся с вами с картой. Возьмем здесь и предположим, нам нужна небольшая популяция людей. Вот. 30 человечков здесь у нас, я думаю, самое то, тем более нужно убить 15. Так, здесь, смотрите, очень много военных. Ну и полицейские, конечно же, есть, так что давайте их потихоньку будем уже разбирать. Кого-то даже придется, как видите, взрывать. Так, зомбарей не так уж и много у меня, к сожалению. Так, последние два грабера. Собирать не забываем монетки, обязательно. Ну, если что, ребят, придется нам кого-то взрывать. Уничтожать, так скажем. Давайте мину вот сюда где-нибудь влепим. Ну, отлично, наступили. Сколько еще людишек-то у нас тут осталось, я не вижу. Так, вот тут много, надо уничтожить. И вот здесь два бегают. Этих, я думаю, сейчас поймаем. Вот так. Остался последний. Блин, и зомби очень далеко. Слушайте, есть вариант один только. Тратить бомбу. Да. Ну, за счет этого мы с вами все-таки справились. Выполнили это задание. 33 человечка мы с вами подбили. Все отлично. Дайте мне... пожалуйста, рюкзачок. Я хочу его вскрыть, посмотреть, что нам там выпадет. Ну-ка. Во, неплохо. Зомбиков надавали. Ну и картинка. А что он ему в лицо-то из баллончика? С краской причем пшикает. 1500, еще 1500. 3 штуки мы заработали с вами. Отлично. Оу, 5560. Надо потратить на что-нибудь. Мне бы, конечно, хотелось бы новых зомбарей себе получить. Но почему-то пока... у нас не удается это сделать. Так, здесь мы ничего не сможем сделать. Надо как-то или усилять, или крафтить новых. Сделали еще 1500. Хоу! 7 штук. Мы с вами заработали золото. Так, нам нужно еще повысить вот что только. Давайте, наверное, атаку сделаем. Потому что все-таки там солдаты, и нужно нам как можно быстрее их разбирать. Вот. Ну и шансы инфекции, естественно, тоже нам в плюс идет, потому что мы будем кусать и заражать жителей. Опять этот голозадый бежит с укусом. Ну что же, вроде бы пока и все. Блин, как вот этот Джеймс Бонду вызвать на бой, а? Я хочу с ним сразиться. Так, сколько у нас вообще зомбарей? О, здесь можно скрафтить, смотрите-ка. И здесь тоже. Хм. Ага, тут только на выбор, значит. Ладно, давайте этих еще сделаем. У нас с вами по одному зомбику. Блин, и больше нет никого. Тогда купим с вами гранат. И мина тоже нам нужна. Так, это возьмем. Жалко, что нам следующая амуниция пока недоступна. Но я думаю, что вскоре мы ее откроем. Вроде бы хорошо затарились с вами. Так, еще возьмем здесь. И пойдем дальше на карту с вами. Нужно, чтобы карта была полностью красная. Только в этом случае будет победа у нас. Убить 40 людей. Ну, давайте попробуем. Черт, 40 чувачков нужно. Так, давайте-ка выберем с вами хорошенькое местечко. Вот так для начала. Это, кстати, ребята, бомба, которая тоже заражает чуваков в зомби. Отлично. Так, теперь основное заражение пойдет у нас. И громила. Так, Джейсон, давай, выходи. Куда бы тебя? Вот сюда, наверное, мы влепим. Двери не забываем открывать, ребят, потому что зомбари у нас будут выбегать, а так они будут бегать у нас в комнате до бесконечности, пока не отдупляться. Вау, деньги просто рекой к нам текут. А этот что, охламон тут стоит? Ну-ка, давайте-ка его шуганем, малька. Отлично. Блин, внизу, внизу еще остались у нас людишки. Так, ну, побежит кто-нибудь на мину? Есть, один взорвался. Ну-ну-ну, беги. Во, отлично, просто шикарно. Блин, вы посмотрите, еще очень много тут человечков осталось. И, к сожалению, я их никак уже не смогу поймать, выловить. Жаль. А так все начиналось хорошо. Ну, не беда, ребят. Мы еще слишком слабенькие, не очень хорошо тут развиты мои зомбари. Ну, поверьте мне, мы все это наверстаем. Буквально 7 человечков не успели мы подбить. Так, что же, продолжаем. Еще 1500 голды получили. Отлично. Так, 2560.
Давайте-ка вот шанс мутации повысим с вами. Ну и дальше будем с вами, может быть, на новое что-нибудь. Давайте вот сюда вот попробуем. Мне вот интересно знать, как эту лабораторию вообще можно уничтожить. Стопудово она что-то против нас замышляет. Ой, не хватает денег. Все, ребята, затарились маленечко. И, как говорится, хватит. 16% тут, видите, чего-то они изобретают. Видимо, какой-то антидот они там придумают. Ну, а мы с вами продолжаем уничтожать тут всех. Во, неплохо пошло. Смотрите, все запаниковали. Давайте-ка взорвем вот этих вот чувачков. Хе. Сколько их здесь? Всего 15? Сейчас мы с ними по-быстренькому здесь и расправимся. Давай сюда вниз поставим. Сколько осталось щелочков? Очень мало. Ага, я вижу один наверху. Блин, у меня больше нет зомбарей. Так, здесь нужно открыть обязательно двери. Давайте, зомби, быстрее хватайте его там за зад. Черт, и тут еще один. Так вот. Елки-палки, неужели этот останется? Ты посмотри, стоит он там, книжки читает. Книголюб. Да, ребята, к сожалению, опять у нас один выживает здесь. Ну что ж так не фартит-то, а? Ну давай быстрее отчет уже делай. Ах, вот оно в чем дело. Ребят, смотрите, у нас было 18 человечков на этой карте, а не 15, как по стандарту. Ладно, погнали дальше. Паника в мире растет. Тяжелый арсенал против нас готовится. Ох ты! Мы открыли с вами нового зомби. Почему-то мне напоминает он какого-то фараона. Так, ну что же, давайте продолжать. Я даже не знаю. Нам нужно уничтожать вот эту вот фигню. Смотрите, новый босс какой-то здесь будет. Так, лаборатория меня нервирует. Во, популяция 30 людей. Давайте-ка мы с вами здесь начнем. 15 нужно шваркнуть. Так, где много народу, всегда нужно впрыскивать вот эту вот токсикацию на скопление людей. Вау, ты посмотри, как хорошо пошло-то у нас. Куда бежишь, эй? Давай-давай быстрее ловим его. У нас там что, двери закрыты? Да вроде бы нет. Смотрите, вот это мы с вами наплодили. Здесь зомбарей, здесь у нас и Джейсон наяривает. Так, что ты там, бабушка, взгрустнула? Сейчас, нет, смотри-ка, никто не бежит почему-то к ней. А тот еще внизу селфи делает. Вот охламонище. Да ладно, ну не может быть такого опять. Да? Результат налицо. Трое выживших у нас здесь осталось. Блин, ну мы, по крайней мере, 15 человечков, по-моему, шваркнули. Сейчас посмотрим по статистике. Да, трех людишек не успели. Хорошо. Будем укреплять своих зомби тогда. Скорость повысим обязательно. Так, у нас деньги есть? Есть, очень мало, но кое-что мы сможем с вами прикупить. Вот так вот, все, по-моему, мину можем, да. Отличненько. На этот раз мы должны с вами взять карту, где очень маленькая популяция. Нам нужны деньги, вот, 15 человечков. Начнем, пожалуй, мы отсюда. Да и к тому же здесь очень мало комнат. Самое то, что нужно. Массовую инфекцию, отлично, хорошо. Понеслась кипишня. Полицейского нужно как можно быстрее пришлепнуть. Все. Вау, да здесь, по-моему, победа за нами будет. Вы посмотрите, как мы здесь быстро расплодились. Хопа, еще одного съели. Все. Вот так и надо проходить. Ребят, мы за это с вами будем получать и деньги, и бонусы. Ну, от этого, естественно, будем развиваться. У нас здесь даже не 15, а 19 человечков было. Отлично. Все, давайте мне награду. Кучку зомбарей дали, это хорошо. Так, еще деньжат подкинули нам. Но маловато, мы ничего не можем развить. Вот ДНК только если купить 5 штук. Ну, давайте, наверное, приобретем. Вау. Мы якобы себе... Ага, урон на 25. Ну что же, это хорошо, значит, мы быстрее будем всех шваркать здесь. Ну и, соответственно, уже заражать. Каждая цепочка ДНК за что-то отвечает. У нас, кстати, есть еще место для парочку новеньких ДНК. Но это, видимо, мы потом с вами можем вставлять. Так, паника у нас растет. Да, на один пункт выросла. Во. Давайте-ка мы, наверное, вот здесь с вами попробуем убить. Канистра? А что это за канистра? У нас разве есть такое? Ну-ка, давайте глянем. Так, ах, да, вот еще надо что взять-то мне. Как же я забыл-то? Фараон точно какой-то.
Так, и нужно нам что-то с вами улучшать. Может быть, этих? Или вот этих? Вот, вот здесь мы можем скрафтить. Смотрите, мы крафтим, соответственно, у нас потом повышается уровень. Еще 5 пунктов, и все. И мы с вами можем прапаться. Так, давайте-ка возьмем этого жирненького. Сюда у нас как раз 3 штучки. И будем пробовать уже такой армией колбасить. Так, купим. Подожди-ка, подожди-ка. Что-то дорого как-то все стоит. 750. Все, ребят, погнали. Мы полностью с вами вооружились. Сейчас будем здесь всех наказывать. 5 человечков всего нужно убить. Фух. Шикарно. Ну-ка, заражение. Теперь посмотрим, что это за чувак. Оу. Действительно, ребята, это фараон. Как это мы так быстро? Я даже ничего не успел понять. Всех заколбасили. Вот это круть. А мне бы этого фараончика еще как-то усилить бы. Вообще было бы, наверное, замечательно. 19 жителей мы уничтожили. Ну что же, получаем опять же очередные бонусы. Посмотрим. Опять нам дали зомбиков. Причем таких, обычных. О, 2000 голды подкинули, отлично. Но денег по-прежнему маловато. Ничего мы с вами не можем усилить. Жаль. О, зато открыли дополнительные континенты нам. Так, скрафтить 8 зомби. Так, и 12 что-то там. А, и 12 зомбарей выпустить на одной карте. Ну, у нас пока нет столько. Потом будет. Так, погнала. Потасовка наша. Слушайте, меня мумия очень даже радует. Она козырна. Мало того, что она идет сама уничтожает, еще вызывает песчаные бури какие-то. А из этих песчаных бурь почему-то руки скелетов вылазят. Так, хорошо. Вроде бы все неплохо, ребят. Смотрите, очень мало тут осталось. Да практически никого уже здесь и нету. Зато мы сливки здесь снимаем в виде денег. Отлично просто. Ну что же, миссия пройдена. 34 человечка мы с вами заколбасили здесь. Вообще в легкую, я даже не успел понять, что почем. Так, награда. Куча зомбиков и 250 голды нам досталось. Да куда ты бежишь-то, а? С голой срагой. О, еще 2000 монет нам дали. Вообще круто. Ну что ж такое-то? А, мы, ребят, с вами тратим деньги же, покупаем эти боеприпасы, поэтому у нас все время так мало. Ну что же, смотрите, уже почти красная карта вся. Популяция 30, отлично, для нас это самое то. Ох, карты уже большие. Ну-ка давайте так попробуем. Мумия, смотрите, мумию я когда вызываю, она очень много сразу заражает вокруг себя. Вот за счет этого, наверное, мы с вами и выигрываем. Так, куда ты бежишь, полицейский? Все, заколбасили. Давайте вот этих толстячков вызывать. Чуби. Так, все здесь собрали. Вот так вот. Вообще на раз просто. Нет, я вижу, там один остался. Ну-ка, Чуби, ловай, лови его. Ну. Эх, мумия погибла. Ну что? А, нет, вот внизу еще один остался. Блин, я его упустил. Хе, добегался. Все. Абсолютная была зачистка. Мы подбили всех людишек. 34 человечка здесь было. Опять же, получаем с вами бонусы, деньги. Так, у нас, смотрите, здесь шкала практически уже подросла. Я так понимаю, если она полностью заполнится, это будет означать то, что этот континент заражен окончательно. И уже там ничего никому не поможет. Опа. Какую-то критичную точку мы с вами прошли по ходу дела. О, смотрите-ка. Открыть зомби. Ким Янг Он. Это я не знаю, что это за чувак такой. Но, по всей видимости, какой-то толстячок. Судя по его ряхе. Наверное, как... Вот, вот он, смотрите-ка. Ну, у него по параметрам все намного круто. Давайте возьмем его вот сюда. Вот вместо вот наших стареньких толстячков. Так, 19-25, еще много. Вот здесь мы можем поднять уровень, здесь можем накрафтить. Опа, еще бабло получили. Круто, мне нравится лично, ребят. Так, давайте-ка, наверное, здесь маленечко. Блин, а вот как Джейсона повысить в уровне, а?
Нам, по идее, нужно раскачивать таких вот уже продвинутых зомбарей. На слабеньких уже обращать внимание, я думаю, не стоит, потому что там будет все время, скажем, разом все сложнее и сложнее нам. Так, 40 человечков нужно подбить. Что за канистру тут? И один бургер использовать. Погоди-ка, мне что-то это не нравится. Где у нас вообще такое все есть? Так, ну-ка, может быть, можем... Ах, можно открыть! Ёлки-палки, я-то думал, что оно само открывается. Нет, ребята, нужно именно самому щелкать и открывать тем самым. Так вот они, значит, где канистры, и вот они, значит, где бургеры. Что ж, обязательно возьмем и попробуем мы с вами. Так, а здесь? Да, здесь мы еще можем покрафтить маленько. Все, у нас уровень, кстати, в учебе. Подрос маленько он, хорошо. Так, и больше бы все. Ну что же, я готов, ребята, завершить эту миссию окончательно. Ой, 40. Не знаю, справимся ли мы. Тут их столько много. Давайте вот так для начала сделаем. Пошла, как говорится, заваруха. Давай, мумия, выходи. Так, у нас еще Джейсон есть на примете. Так, всех уничтожаем. Что за канистра, а? Вот оно что, да? Химикаты мы проливаем, значит, с нее. Так, толстый, давай-ка вот сюда иди. Джейсона нам нужно еще вызвать обязательно. Так, куда бы его... Давайте сюда, вниз. Отлично. Так, и нам нужно проверить, что такое Гамбург. Так, куда бы нам поставить его? Давайте вот здесь вот. Ах, вот уж, смотрите, они бегут, едят и превращаются в зомби. Это своего рода ловушка такая. Так, у нас внизу, я смотрю. Ну-ка, давайте вот так вот сделаем. Ну, отлично. Последнюю сейчас. Давайте, а нет, двое тут еще. Ну-ка, жуйте бутерброд. Бежит, бежит, смотри. Ну что? Абсолютная у нас здесь победа. Мы всех заколбасили. Смотрите, у нас должен еще на один пункт вырасти. Да, всего два. Один пункт и все. Ух, круто. Возможно, мы сейчас с вами полностью захватим этот континент. Так, каких-то брутальных зомби получили. Смотрите-ка, шкала паники немножко сдвинулась. Йоу, я богач, кажется. Ух ты, мне дали Деморгоро какую-то и Крюгера, Фредди. Круть, что я могу сказать? Ну, денег у нас теперь куча. Давайте жизнь увеличим всем нашим зомбарям. Да, только на это и хватило. Слушайте, мне очень понравились вот эти вот новенькие штучки. Бургеры, бочки. Ну, наверное, бургер даже больше, чем бочка, потому что они все-таки сами бегут, едят и превращаются. Все, короче, все против человечества. Ну что же, давайте, наверное, мы с вами... Подожди секунду. Что у нас тут в специальных зомби? Да-да-да, я хочу же взять Крюгера себе. Вместо... Так, вместо вот этого, наверное, возьмем. И цветочек тоже проверим. Вместо вот этого. У нас, короче, будут элитные зомбари только. Правда, по одной всего лишь штучке. Ну да не беда. Нам главное посмотреть, что они делают. А там уже определимся, стоят они того или нет. Все, денег у нас не хватает. Так, продолжаем тогда. Ух ты, тут, ребят, какой-то босс будет у нас, оказывается. Квадратноголовый. Хотелось бы мне встретиться с ним. Так, 40 человечков. Ёлки-палки, тут спецназ. Ай-яй-яй, как плохо. И причем очень много его здесь. Понеслась, вообще круто. Ешьте бутерброды. Ё-моё, вот это паника здесь. Просто суета. Кто чё, Фредди, ты чё делаешь у нас? Не знаю там. Фараон, давай, выходи. Здесь вот. И у нас еще Джейсон, если что, остался. Круто, вообще круто. Мне нравится. Блин, а Фредди как быстро бегает. Вообще обалдеть. Так, надо вот эти вот двери подкрывать там на всякий случай. По-моему, все, ребят. Мы всех тут с вами заколбасили. Блин, ну вы смотрите, вот эти вот супер-зомби, они дорогого стоят. И тут у нас полностью все инфекция. Так, и что, мы прошли тот континент или нет? По-моему, да. Карточки получаем, хорошо. Ну-ка, покажите-ка мне. Вау, денег дали. 2000 голды. Пригодится обязательно. Так,
мутант. Давайте инфекцию повысим с вами. Шанс. Да, вы посмотрите, полностью красный континент. Это означает, что... что все, мы прошли здесь. Только вот почему-то босса мы так с вами и не увидели. Странно как-то. Ну, давайте здесь теперь попробуем. В общем, наша суть здесь полностью захватить мир именно вот этими зомбарями, чтобы вся карта была просто красная. Ну, здесь у нас получится, ребят, по-моему, нифига. Или все нормально? Не, по-моему, оу, смотрите-ка, спецназ пришел. Даже Фредди здесь ничего сделать не смог. Ну-ка, ешьте бутерброды. Как говорится, не силой взяли, так хитростью. Да, очередная победа за нами. Блин, прикольно. Очень даже прикольно. Перфект, все дела. Давайте мне бонус. Так, денег дали неплохо. Здесь, оу, еще подкинули деньжат. Ну, естественно, ребята, нам нужны деньги, потому что уровень у нас растет. Нам нужно развивать все. А это стоит уже довольно дорого. Так, атаку повысим с вами. Так, денег есть? О, еще хватает у нас деньжат, поэтому я могу себе что-то позволить. Так, ой, а что тут у нас? Температура при чем-то здесь? Может быть, она как-то влияет на моих зомбиков? В жару они быстрее гниют? Так, ну здесь абсолютно чисто. Ну что ж, давайте тогда здесь попробуем уже добить, как говорится, эту карту. 5 человечков всего лишь-то. Тьфу. Ну, жути на халяву. Этих уж заразим. Ну-ка, фараон, давай бомби здесь. Ага, тут группа захвата. Да давайте вы, все, заколбасили их. Блин, еще двоечка идет. Ну-ка, справимся мы с ними. Просто порвали их там, не то что справились. И больше никого не осталось. Опять же очередная победа. Слушайте, довольно сейчас легко все идет. Но потом будут карты очень большие, с большим населением, там, за сотню. Так что расслабляется пока рано. Это, как говорится, еще разминочка идет у нас. Денег по-прежнему маловато. Особых бонусов мы не получаем с вами за маленькие карты. Так что нужно выбирать большие. Так, здесь можем уровень поднять, и здесь можем поднять. Так, накрафтили. Накрафтили. Ну что ж, давайте, наверное, на этой ноте мы будем с вами завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то лайкаем, пишем в комментариях, и мы обязательно продолжим с вами играть в эту игру. Тем более тут осталось-то совсем ничего, и мир будет полный.